Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я собрала все свои бонусники в кучу. И буду так, 1, 2, 3, 4, 5 бонусников. И чисто на вывод. Значит, первый бонусник, вот этот вот. Так, сейчас я рекламу. UNB Spice, он давнишний. И он как бы давно работает и платит. Я уже вот эти, я сюда вложила 50 рублей. Вот. И как бы я их уже давно вернула, скажем так. Значит, у меня сейчас на балансе всего 17, 4,45 еще у меня. Нажимаю собрать. Далее выплатить. Так. Сколько у меня сумма-то, я и не посмотрела. Так, у меня 17.12. Так, выплатить. Вот мой вывод. Нажимаю 17. Так. Точка. 17.10. Так. Нажимаю выплатить. Минимум 2 рубля. Так, чток. 14.45. Угу. Так, нажимаю главное. Угу. А 2.67 осталось почему-то. Интересно. Ладно. Переходим на кошелек и проверяем вывод. Так, 14.31. 3 октября 2018 год. Значит, UNB Spice выплачено. Все. Этот платит. Так? Вот, UNB. Следующий. Вот этот новый у меня на балансе рубль. Еще собираю. Собрано. Рубль 92. Так, нажимаю вывести. Так, ага. Ток-ток-ток. Доступно для выплаты 1 рубль. Угу. Значит, здесь рубль надо. Ровно сумма. Немножечко я не дотянула. Так, 0-0. Ага, код доступа. Сейчас я введу код и закажу вывод. Так, здесь минимум на вывод 2 рубля. Здесь мне не получится вывести, так как у меня на балансе рубль 92, 8 копеек еще мне не хватает. Ну ладно, этот я тогда отдельно проверю на вывод. Значит, следующий Monetics. Так, это майнинг рублей. Нажимаю собрать прибыль. Секунду. Так, 2.16 для вывода. Так, и что у нас? Вывести, выплата. 2.16. Здесь еще и серфинг. Выплата. PR-кошелек. И 2.16. 2.16. Заказать выплату. Выплата успешна. Так, переходим на кошелек и смотрим. Так, 3 октября 2018 год. Перевод выполнен на рубль 98. Payeer у нас комиссию берет. Так, Monetics Club. Пользователь мой логин. Значит, платит. Все замечательно. Возвращаемся в кабинет. Баланс мой по нулям. Далее альфа БТЦ. Если кто помнит, значит, у меня на балансе 8.61. Значит, заказываю заказать выплату. Выплата обработана. Переходим на кошелек и проверяем. 3 октября 2018 год. Тип операции перевод. Выполнен. Сумма получения 8.52. Выплата альфа БТЦ.ру. Значит, этот платит. Так, далее.
И вот этот последний у меня бонусник. 2,54. Сейчас соберу прибыль. Прибыль собрала. 2,55. Так, реклама моя вниз. Так, выплаты. 2,55. Минимум на вывод здесь 2 рубля. Точка 55. Выплатить. Сумма баланса меньше. Ага, 2,55, ну 2,50 поставлю. 2,50. Нажимаю выплатить. Так, что у нас выплачено? Ага, 2,50. Вот. Ай, нажала. Ладно, переходим на кошелек и проверяем. Так, 3 октября. Перевод выполнен. 2,47. Так, FreeMine Pro. Значит, платит FreeMine Pro. Вот FreeMine. Все. Так. Ну что, бонусники платят, а по этому бонуснику я тогда уже буду проверять его. Нет, не этот. Вот поэтому. Вот он новенький. Я еще ни разу с него не выводила. Здесь минимум 2 рубля на вывод. У меня рубль 92. Ну, потом попозже накапают. Обязательно проверю. Вот. А мне вот это вот интересует. 2,67. Чем мне выплатить? 2,67. Сумма 2. Точка. Поставим 60. И попробуем заказать. Так. А, что-то не выплатилось. Ну да ладно. Все равно там выплатилось побольше потом. Но все равно так или иначе все платит. Ну, в принципе, на этом все. Бонусники мои платят. Всем удачи, до новых встреч. Больших заработков. Пока-пока.